6 тысяч человек, по данным столичной полиции, и более 10 с половиной тысяч, по данным неформального объединения «Белый счетчик», приняли участие в воскресном марше памяти Бориса Немцова в Москве. Мероприятие было согласовано с городскими властями и завершилось без происшествий. Участники марша прошли от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова. Хватит превращать Россию в страну изгоя. Патриотизм – это любовь к своему народу, а не ненависть к чужому. На плакатах, которые несут эти люди, цитаты Бориса Немцова, политика, который символизировал для них свободную Россию. В колонне были замечены Алексей Навальный, Николай Сванидзе, Сергей Митрохин. Вышли сегодня не для того, чтобы плакать, вышли не для того, чтобы пребывать в трауре. Мы вышли для того, чтобы выдвигать власти политические требования. Мы требуем освобождения политических заключенных, мы требуем расследования убийства Бориса Немцова и привлечения к ответственности не только исполнителей, но и заказчиков. Мы требуем демократических реформ и мы требуем сменяемости власти. Мы требуем от властей раскрыть убийство, а не имитировать эти процессуальные действия. Никто не найден ни с организаторов, ни с заказчиков убийств. Сопредседатель партии «Парнас» Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015-го. В июле 2017-го 5 исполнителей преступления были приговорены к колонии строгого режима. И сегодня, когда говорят, а кто еще? Конечно, нет. Выжжено поле, последнего убрали, это Борис. Заказчик убийства до сих пор не найден. Памятный митинг прошел и в Санкт-Петербурге. В акции на площади Ленина у Финляндского вокзала приняли участие, по разным данным, от 1 до 3 тысяч человек.